Законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан сенаторы с поправками вернули в Мажилис. Представители Верхней Палаты внесли 16 поправок в 6 одинаковых статей документа. Законопроект, который был принят по поручению президента, обсуждался 6 месяцев. Международный опыт был тщательно изучен с учетом общественного мнения. Как отметил сенатор Сарсенбай Инсигенов, проект закона о порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан был рассмотрен 30 апреля 2020 года на заседании Сената и одобрен в первом чтении. Проектом была закреплена обязанность не скрывать участниками собрания свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды или иные средства, препятствующие распознаванию лиц. Комитет предлагает исключить данную норму, потому что в некоторых случаях участникам мирных собраний необходимо использовать средства индивидуальной защиты, предназначенных для охраны здоровья. Эксперты отмечают объединение или удаление статей, которые дублируют смысл друг друга. Снижение ответственности организаторов митинга. В то же время, если есть какое-либо нарушение во время митинга, право на продолжение митинга после нарушения аннулируется. Следует отметить, что произошли изменения в местах проведения митинга. Теперь количество мест в каждом городе будет определяться законом. В зависимости от численности населения должно быть не менее 12 в Шымкенте и Астане, не менее 24 в Алматы. В Караганде должно быть как минимум 6. И главное, чтобы хотя бы треть мест должна располагаться на центральных площадях. Таким образом, законопроект в полной мере отражает обязанности и права государства, организаторов и участников. Ни одна из сторон не может толковать закон по своему желанию. Несомненно, эти законопроекты окажут положительное влияние на развитие нашей страны. У нас есть все основания говорить, что этот проект является конкретным шагом к дальнейшему развитию политических процессов, прав человека и демократии. Поэтому мы надеемся, что этот законопроект послужит интересам страны. Маулен Ашимбаев, который впервые председательствовал на пленарном заседании Сената, сказал, что любой закон должен рассматриваться таким комплексным образом с учетом интересов государства и потребностей людей.